Приятного аппетита. Спасибо, и вам смотри, тоже. какая тарелка. Это я специально взяла такую тарелку большую, потому что у меня рыбина моя красивая поместилась. Ну, видите, да. Какая? А у меня обычная тарелка. Да, Миша такую рыбку не кушает, зубатку, ему котлетка. Что у нас еще тут? Корейская морковочка с грибочками, домашний лечо. Как, Мишунь? Я не знаю, редька, дайкон там что-то. Дайкон белый, по-моему. Редька. Редька, наверное, да. Какая красивая, смотрите, цвет. Запах редьки. Да, хлебушек я испекла, но доедаем пока вчерашний. Просто объедения получились. Мягкие, с малиной, маффины, кексы, не знаю. И не забудь, у меня там еще доготавливается. Что? Маффины, кексики. Ну-с, приступим. С Богом. Я думала, я когда достала, она огромная была. Я думала, она ужарится, а значит, не особо ужарилась. Такой же огромный кусок остался. Ну, посмотрим, я уж половинку съем. Сама рыба, значит, очень крупная. Представляешь? Угу. Если такой кусок. Ну, она просто тает во рту. Пюре с молоком, чувствую. С молоком, с маслом. Угу. Телефон как-то наклоняется. Сливочная. Ой! Сегодня у нас минус 18. Холодно. Минус 18. Я утром смотрела, ты уехал. Я смотрела, было минус 18, по ощущениям минус 27. 27. Машина аж со скрипом заводилась. Чувствуется, что прямо замерзло там все. Как она еще завелась. А не горькая, ничего, очень вкусная. И красивая. Угу. Как будто, знаешь, свекольным соком пропитанная. Угу. Цвет. Немножко свекольный. Прям таки необычно, да. А я думаю, сейчас я рыбку нарожарить не буду. Я ее сделаю на пару. Она у меня не вместилась ни в пароварку, ни в кастрюлю. Но самой большой сковородки пришлось жарить. Ну, пополам можно было разрезать. Не догадалась? Я не хотела портить вид. Не хотелось прям целым куском. Стейк. Да, стейком. Удачные такие куски купила. Знаешь, обычно покупаешь один хороший кусок, а другой там что-нибудь от хвоста, что-нибудь подобное. А это вот у таких два ровных куска, представляешь? Ровных, больше ничего лишнего. Ну, я давно покупала. Еще перед Новым годом, еще до Нового года, еще туда-туда-туда все лежало. А еще вчера это на тренировке взвесилась, пришла в ужас. Че, минус 30 грамм? И думаю, начну-ка я теперь это. Котлетки жареные не буду. Зато, блин, рыбу пожарила. Но у меня выхода не было. Конечно. Я ради красивого куска пожертвовала своей фигурой. Я ее полила растительным маслом и солью посыпала. Морской.
Мне там просто не нравится. Ну. Денек прям солнечный с самого утра. Солнце. Денек хороший. Правда, ветреный. Ветер еще больше холод придает. Дует, да? Сифонит, ага. Из-за ветра. Жир, прям вот жир. Гремом не мазал лицо? Надо мазать. Чтоб не обветривалось. Я стараюсь мазать перед этой улицей. Давай еще одну положу. Хватит. Может, рыбку мою попробуешь? Не хочу ничего, наелся. Спасибо. Старый Новый год сегодня. Ну, с 13 на 14. Завтра. Ну, поздравляю все сегодня меня. Я обычно на Старый Новый год делаю вареники. Я люблю с картошкой и с капустой с квашеной. Но у меня нет квашеной капусты. Дома мы всегда так делали. А Мишиной семьи такой традиции нету. Он не особо эти вареники любит, да? Ну, да, такое. Оно получается. С пюре. Угу. Ставь чайничек. Всем приятного аппетита.